Всем привет! Сегодня очередная распаковка большого количества посылок. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штучек. Давайте распакуем. В основном это JD. Распакуем и посмотрим, что же у нас пришло. Итак, распаковали все. Давайте по порядку начнем с того, что у нас уже проскакивало. Проскакивали у нас вот эти вот спонжики для чистки обуви или как там. В общем, давайте один откроем, посмотрим на него. Были по 19 центов на JD, двухсторонние, то есть прикольные спонжи, то, ну или как их там, неправильно, щетки, вот, для чистки обуви. Вот так они выглядят. И, ну, за 19 центов прям таки огонь вообще. Вот, они там продавались по 89 центов, и потом как-то несколько раз была сброшена цена по 19 центов. Я их набрал, по 2 штуки, по-моему, можно было заказывать, по 2 заказа, по-моему. Далее давайте вот эти вот штуки посмотрим. Это наборы для жалюзи, то есть делать жалюзи. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть наборов. Покупались на Алиэкспрессе, если кто-то, допустим, захотел, решил сделать себе самостоятельно жалюзи. Вот такие вот наборчики. Здесь вот такой вот фиксатор. Вот эта вот штука, которая крутится для замотки, размотки. И самостоятельно можно сделать. То есть нашли трубу, которая нам нужна, да, там по диаметру, размер какой нам нужен. Вот, и все, и крепление. Все сделано из пластика, довольно-таки неплохо. Вот, если кто, допустим, хочет, желает сделать себе жалюзи самостоятельно, не покупая их, это в любом случае выйдет дешевле. Тут 4 болтика с этими. То есть вот можно купить такую штуку на Алиэкспрессе и сделать самостоятельно себе жалюзи. Их было куплено 6 штук на 6 окон. Далее у нас, давайте вот это откроем. Это, я не помню, из какого магазина, наверное, это Запалс, наверное. Вот идет диодная лента, скорее всего метр, да, всего метр она, и USB, вот такой вот включатель. То есть я лично покупал его ради вот этой вот штуки. Вот, давайте посмотрим, как она будет гореть. Больше у нас здесь в пакетике ничего нету. Посмотрим, ой, режимы. Если не загорелось, значит мы подключили неправильно. Давайте попробуем другой стороной. Вот здесь неудобно. Неудобно она выскакивает. Вот эта вот заглушечка. Вот. Итак, подключил в USB. Теперь мы вот это вот, где стрелочка нарисована, мы втыкаем в плюс. Вот, и сразу оно заработало. Заработало, горит ярко. И вот у нас есть здесь несколько кнопок. Мод, да, то есть режим, скорость мигания и свет просто. Вот, можно выбрать цвет, и он будет гореть просто определенным цветом, подсветочка. Вот, если выбрать скорость. Ага, это в режиме, то есть мы в режиме света. Если просто нажимаем скорость, вот, вот эту вот кнопку, то это яркость. Тут изображено солнышко, что означает яркость, и включение, я так понимаю, режима. Ну и переключаем в режим мигания, и этой же кнопкой центральной делаем, замедляем, вот, самое быстрое, и на медленнее, медленнее, медленнее режим выбираем. Вот, ну, лучше вот такой вот выбрать режим и, допустим, поменять цвет. Зелененький, синенький, зеленый. Давайте попробую отключить дополнительное освещение. Отключила дополнительное освещение, и теперь это выглядит так. Фиолетовый, голубенький такой.
желтый или оранжево-оранжевый. Это такой вот более зелененький, зеленый, синий. В общем, много цветов. Штука прикольная, когда будет присобачена туда, где должна она быть. Дополнительно, наверное, выложу фотографию. Вот. Если не будет фотографии, не обессудьте. Скотч здесь 3М. Не 3М, просто какой-то скотч двухсторонний, тоненький. Вот. Диоды хорошие, ярко горят. Мне очень нравится. Но коротенькая она. Плюс сама USB-шечка тоже коротковата. Ладно, прикольная штука. Далее у нас, давайте посмотрим, вот такие вот, это из магазина JD, спасательные ремни. Так, здесь есть даже вот чиркало, ножа здесь нет, получается, свисток, или как в него свистеть. Что-то не свистит этот свисток вообще. Может, сюда надо что-то вставить? А, закрыть вот эту вот дырочку нужно закрыть, и тогда он свистит. Довольно-таки громко свистит. Ну и давайте проверим чиркало, как оно. Убираем, пока пожара не натворили. В общем, штука работает прикольная. Свисток и чиркало. Так, я неправильно закрыл. Вот, есть еще с компасами и так далее. Это у нас на JD. На Алиэкспрессе они там по $1.70, $2, $3, есть типа $5. С компасом и так далее. Это же версия с JD по 99 центов. Вот в такой вот коробочке, упаковочке. Вот так, скорее всего. То есть можно и на подарок использовать. Вот такой вот интересный прикол. Два штучки я купил, откладываем. Далее, осталось совсем немного. Давайте посмотрим на вот такой вот набор. Это набор инструмента для лепки. У меня племянница занимается лепкой, и у нее вот скоро будет день рождения, я купил ей вот такой вот наборчик. Вот здесь идут инструменты, вот такие вот синие палочки разного диаметра. Потом вот такая вот штука, я не знаю, как она там, лопатка. Далее вот такая вот. Вот еще с кружочками, шариками, поменьше, побольше. И вот такие вот острюшки. Вот, я купил разные наборы. Это вот пластиковый, еще идет где-то в пути один деревянный, и еще есть и металлический идет. Все это мы потом посмотрим, когда придет. Ну, а пока вот такой вот набор пластиковый. Это AliExpress. Ссылка будет в описании. Далее вот маска для дыхание, это маска Xiaomi якобы, вот, Mijia, значок Light 360 градусов, она полностью запаяна, то есть запакована, запаяна. Давайте ее распакуем, как ее тут попроще распаковать, и посмотрим на нее. Вот в таком пакете, здесь у нас идут AirPop какой-то, гарантия качества, то есть кто паковал. Вот такая вот инструкция на китайском. И сама маска, она тоненькая такая. Здесь вот силиконовые такие
штучки для того, чтобы плотнее к лицу прилегало и не попадал воздух. То есть по всему ободу сделан силиконовая штука и вот такой вот здесь фильтр. Так, я так понимаю, что если так буквы, то это вверх, это низ. Давайте попробуем примерить. Прям ниндзя такой получился. Вот все плотненько, хорошо. Резинки вот эти вот мягкие и могут растянуться еще сильнее. То есть на более, если уши далеко, больше для как бы более большого лица. Дискомфорта нет, запах немножко такой, как медицинский запах, но совсем чуть-чуть его было, и, наверное, буквально я, продышался, буквально привык за пару секунд. Маска прилегает плотностью, ну вот, давайте подышим. Когда дышу, вот здесь выходит, то есть вот здесь неплотно прилегает оно, вот эта вот штука, к носу, и... здесь выходит воздух. Я не знаю, зачем я купил эту маску, но решил попробовать. Проверка работы клапана. Надеюсь, будет видно. То есть клапан есть и он работает. Не знаю, какие характеристики маски еще можно проверить. Вот, ну, то есть, так вот выглядит. Ну, симпатично все сделано. Вот, маска тоже с JD, тоже там постоянно распродажи на нее есть. Вот, и последнее, что у нас в наборе сегодня, это вот такая вот зубная щетка для детей. Kids. Я купил несколько зубных щеток для себя и уже решил, что может попробовать и ребенку. Вот, мы сейчас чистим, купили... Вначале чистили там детскими, потом чистили зубной щеткой Xiaomi, вот, но она великовата для рта ребенка, вот, и мы купили опять же снова маленькую щеточку для того, чтобы чистить зубы ребенку. Ну и в итоге как бы я решил, что увидел вот это вот по акции, это тоже с JD было, и по-моему с JD, ну точно ссылка будет в описании, вот, и я решил, что купить здесь маленькая головка, то есть должна помещаться в рот, вот, идет вот такой вот комплект, с ним идет инструкция такая вот, как чистить зубы тут. Ну, все на китайском, английского нету, никаких других языков нету. Все на китайском, с картинками, как пользоваться. Запасная одна головка. Вот, щеточка небольшая. Давайте, ага, все запаяно герметично. Вот, идет вот такая вот пластиковая насадка. Давайте посмотрим, ага, вот сюда она вставляется, то есть... ну, сейчас мы раскроем, посмотрим. Идет две батарейки. Батарейки Alkay. Вот, ну и насадочка. Все, посмотрели. Все, комплектация, все. Даже вот эта вот штука, она такая плотная. Батарейки здесь вот вщелкиваются. Ну, если хорошо потрусить, выпадают. Вот, ну, давайте попробуем открыть, посмотреть. Снизу идет какая-то сетка, решетка, непонятно зачем. Отщелкивается легко, обычная тут такая вот функция защелки. Вот, и он off, кнопочки нажимается легко. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага, здесь не нужно разрезать. Вот такие разные получаются вставочки, вкладочки. Они вклеиваются, то есть ребенок выбирает, какой ему нравится. Мы снимаем липучечку, да, то есть, ну, бумажку с липучки, и вклеиваем ему, какая ему нравится. То есть говорим: сынуля, кем ты хочешь чистить зубки? И он говорит: зайчиком. Все, берем зайчика, приклеили, и все. И у нас вот такая вот зубная щетка отличная, для того, чтобы ребенку было интересно чистить зубы. Вот такая вот еще есть осьминожек. Ну и собачка вот такая вот. Круто, круто. Я думаю, ему понравится. Давайте вставим батарейки. Где у нас тут плюс-минус?
Слева плюс, справа минус. Вот здесь маленькая такая вот, еле заметная на белом фоне, картинка, где у нас плюс, где минус. Вот, вставили. Теперь как бы понять. Ага, вот так. Вот так вставляем. О, сразу заработало. И музыка погнала. Чтобы вообще было весело ребенку чистить зубы. Класс! Я вообще доволен, как бы. Ну, я думаю, что дети, вы знаете, там, особенно маленькие, моему сыну 3 года, и, ну, как бы, утром просыпаемся, идем, ну, умываться, чистить зубы. Это с таким, как бы, горем на лице, с таким страданием мы это делаем. Но прививать привычку чистить зубы утром, вечером нужно, и, ну, реально классная зубная щетка. Бомба, я надеюсь, ему понравится, и мы будем теперь чистить ей зубы. Можно как бы чистить так просто, вот, без вибра. Ну, а можно, если ребенок там не будет пугаться, включить вибро, и она вибрирует, вот. Не крутится, а просто вибрирует эта штука. Играет песенка. Чтоб ребенку было веселее. Честно скажу, я очень-очень доволен приобретением. Я думаю, что ребенку очень понравится. И будем ей пользоваться. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!